Вот вам топ фильмов с нашим любимым Денисом Шведовым. «Завод». История группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а всех его работников уволить. Герои берут в заложники олигарха, решившего разорить завод, которому они отдали всю жизнь. Жить. Начало осени, заброшенная сельская местность, средняя полоса России. Местный житель Михаил выезжает на охоту и становится невольным свидетелем того, как в лесу трое пытаются убить четвертого Андрея. Михаил помогает Андрею спастись, и вместе они спасаются бегством от преследующих их головорезов. Так абсолютно разные люди вынуждены отправиться вместе в длинную и опасную дорогу. Майор. В день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом вне себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает 6-летнего мальчика на глазах у несчастной матери. Превышение скорости, неосторожность и пешеходный переход – доказательства очевидны, как и нежелание молодого отца угодить за решетку. Свой топ оставляй в комментах.